День Победы в Андреевке. К празднику на предприятии «Моторсич» организовали очередной ветеранский заезд в заводской санаторий. 135 человек отправились отдыхать в профилактории в Андреевке. 9 мая в честь Дня Победы для них состоялся праздничный концерт. Ветеранский заезд заводской санаторий профилактории два раза в год. И каждый раз для заслуженных работников предприятия это праздник. Ветераны очень довольны этими поездками. Во-первых, благодарят президента нашего Вячеслава Александровича Богуслаева. Во-вторых, они душой молодеют, когда едут отдыхать в Андреевку. В-третьих, медицинское обслуживание бесподобное. Они все не нарадуются. Коллектив предприятия, настоящее поколение относится с большим уважением к предыдущим нашим поколениям. И по мере возможности оказывает посильную помощь, в том числе и в таком вопросе, как оздоровление. 9 мая в заводской здравнице царит праздничное настроение. Для ветеранов организован концерт с участием артистов областной филармонии. Моторостроители поддерживают своих работников постоянно. Социальный пакет, несмотря на все трудности экономические в нашей стране, социальный пакет предприятия ни на один пункт не уменьшается. Это касается и нынешних моторостроителей, и львиную долю в этом социальном пакете составляют пункты для вас, для ветеранов. За прошлый год на предприятии выделили на поддержку ветеранов более 8 миллионов гривен. Все у нас остается в силе, все у нас остается нормально. Так что будем жить долго с вами, будем праздновать все время. И я вот вам скажу, что предприятие, конечно, и в том числе Вячеслав Александрович, он мне никогда не отказывает. Помощи, которую я прошу для вас. Сами ветераны помощью предприятия довольны. Отдыхается благодаря нашему президенту нашего завода. Он всегда ветеранам уделяет очень большое внимание. То есть каждый год нам выделяет бесплатные путевки, чтобы мы отдыхали. Как в наше время это ценно. Вы понимаете, не столько дети, как цех. Я, например, иду в завод, как домой. Отдыхаем здесь, в профилактории, первый раз в мае месяце. Море удовольствия получили. И хотим выразить благодарность нашему Вячеславу Александровичу Богуслаеву за его внимание, Михаилу Ивановичу Трушу, от Совета ветерану Маслову Александру Алексеевичу нашему. Он очень о нас беспокоится, всей душой и сердцем к нам относится. И кто у него что просит, никогда не отказывает. Мне очень приятно, что мне дали путевку в этом году. Я сегодня впервые отмечаю День Победы в этом прекрасном профилактории, санатории «Моторсичи». И поэтому я желаю всем ветеранам, от офицеров запаса, от всех офицеров, которые воевали, которые знают, что такое слово «честь». Поздравляю всех с праздником Победы. Для ветеранского заезда по традиции 9 мая праздничный обед, за которым будет что вспомнить и еще раз поднять бокал за священный праздник «День Победы».